На полях нашего района полным ходом идет уборочная страда. Этому сопутствует хорошая солнечная погода. Наша съемочная группа на днях побывала в селе Натырбово на поле Виталия Кудишина. В момент нашего приезда здесь убирался подсолнечник на площади 36 гектаров. Осуществляем уборку подсолнечника. Комбайн Акрос 530. Задействован у нас комбайн, пожарный трактор, трактор с дисками, машина КамАЗ отвозит урожай. Поле 36 гектар, урожайность, ну, более 20 центнеров. Пока, как бы, уже когда сдадим, отвезем на маслопереработающий завод, уже, как бы, более четко подведем итоги своей, как бы, урожая. Ну, уборку осуществляем уже здесь второй день. Как бы, пока у нас все сопутствует, погода хорошая, техника не подводит. Думаем, завтра, наверное, как бы закончим. Как рассказал фермер, урожайность средняя, что хозяев вполне устраивает. Следом идет обработка почвы, а впереди у него еще уборка кукурузы. В целом по району сводка по подсолнечнику такова. Из имеющихся 5316 гектаров убрано 900 гектаров со средней урожайностью 17 центнеров с гектара. Валовый сбор составил 5290 тонн. Впереди у фермеров еще уборка одной технической культуры. Пожелаем им успехов и хорошей погоды.